Я не верю. Их подставили. Запись – подделка. Без вариантов. Если б ты был прав. Но все куда хуже, чем убийство на станции. Кейн, расскажи ему все. Утечка информации расходится как рак. Ставят под угрозу операции Союза в мире. Они знают наши слабые места и стягивают войска в нестабильные регионы. Это факт. Тейлор сдал нас. Мы пойдем по следам последней известной операции. Тревоги, сработавшей под станцией Единства. Может, что-нибудь поможет нам понять их мотивы? Не забываем про бессмертных. Мы убили одного и покалечили другую. Они будут мстить. Команда Тейлора приняла сигнал тревоги. С глубины на 1,5 километра ниже здания Единства. Я прошерстила доступные данные и схемы. Чем бы это ни было, этого нет на картах. Многое пострадало во время катастрофы. Лучше попробовать спуститься через центральную шахту. Спасибо, Кейн. Правда. Значит, мы пойдем по следам Тейлора. Посмотрим, найдем ли мы какие-нибудь ответы. Смотритель фиксирует многочисленные сигналы сверху. Б-54. Скорее всего, они уже внутри. Так и есть. Мы только что видели прибытие подкрепления. Вряд ли получится сделать все тихо. Несколько путей подхода. Рассредоточиться. Ну что ж, всем привет на Карафел ТВ, игра Black Ops 3, продолжение прохождения игры. Жду твоего выстрела. Жду твоего выстрела. Жди. Жду твоего выстрела. Жди. Как тебе выстрел?
Да это просто прохождение. Заколебался с ним же. Активная защита выключена. Стреляйте из РПГ, пока она не включилась. Чисто сработано. Продолжайте долбить защиту ружейным огнем. Что, заело, что ли? Подключитесь к панели. Взлом скучать должен некогда, открыть проход. О, да. Сегодняшний день полон сюрпризов. Вас приветствует единство, ваше будущее. Пожалуйста, зарегистрируйте свою группу на стойке. Подключаюсь ко входу в шахту. Прикрой меня. Патрончиков маловато. Эти тела здесь уже давно. Должно быть перед атакой на черную станцию. Так, это не то. Хендрикс, это работа Тейлора? Возможно. Прицельный в голову. Но честно тебе стоит знать, насколько это тупой вопрос. Это работа Тейлора. ЦРУ отправила их сюда, потому что эти отморозки здесь ошивались. Эй! Ничего, окей. Патронов нет. Просто плохое настроение. Засекла источник энергии. Вероятно, небольшое устройство. Думаю, на одном из тел. Понял. Загружаю данные. Что-нибудь полезное? Мародеры сюда не сами забрались. Их направили войска договора. Активирую дрон-разведчик. Сообщение получено и принято, Хендрикс. Посылаю координаты дрона на твой интерфейс. Эй. Знаешь, что бывает, если долго всматриваться в бездну? Пойдем. Ну да. Прижмись к краю. Там далеко спускаться. Я тебя поведу. Ты до сих пор думаешь, что эта запись с убийствами фальшивка? Я давно знаю Тейлора. Не могу представить, что он был на такое способен. Тем более убить их так. Может, он уже не тот, кем был раньше. Пусть так. Но что насчет Холма, Рэдди и Деза? Как они могли на такое согласиться? Мы докопаемся до правды. Любым способом. Черт! Сраные Б-54 уже впереди нас! Как ты думаешь, что нам делать? Думаю, нам стоит представиться.
Хорошо. Кей, ты нас в кроличью нору пытаешься отправить? Я хочу того же, чего и ты, Хендрикс. Закончить это все, пока не стало еще хуже. Смотри под ноги, это тебе не паркет. Здесь темпи. Роботы. Кейн, почему роботы так себя ведут? Может, скачок напряжения? Сильный скачок напряжения. Дверь на мне. Иди вниз на позицию. Кейн, возможно, что кто-то подключен к системам здания и управляет роботами. Сомнительно, чтобы системы были работоспособны после аварии. Понимаешь, мы понятия не имеем, что там внизу. Разведдрон показывает, что они прошли здесь. Спорим на сотню, что внизу мы найдем какое-нибудь невероятное дерьмо. Нет? Ого! Какого хрена? Ого! Ого! Хендрикс, они целятся в тебя! Один. Последний. Еще один там. Все чисто! Что за хрень контролирует чисто, этих чисто. Роботов? Я не знаю. Я выполняю триангуляцию источника, но пока без результатов. Я продолжу искать. Так, кажется, вниз. Ладно. Тогда засылаю разведдрон. Yes. Посмотрим, что давай в этой кроличьей норе. Впереди низкая освещенность. Рекомендую переключиться на улучшенное зрение. Понял, Кейн. Давай поднажмем. Дрон-разведчик не будет нас дожидаться.
супер. Ладно, тогда засылаю разведдрон. Посмотрим, что в этой кроличьей норе. Впереди низкая освещенность. Рекомендую переключиться на улучшенное зрение. Понял, Кейн. Давай поднажмем. Дрон-разведчик не будет нас дожидаться. Кейн, нам не поступают данные. Проблема на твоей стороне? Отрицательно. Детальный план заканчивается на уровне шахты. Без дрона мы слепы. Сраные технологии. Идите дальше. GPS-координаты показывают, что сигнализация перед вами. То, что нужно. Ну, где-то там. Кейн, мы нашли дрона-разведчика. Давай, давай, давай. Ну, то, что от него осталось. Ну, было здорово. Стоп. Дайте мне рассмотреть тот знак. Ты его узнаешь? Судя по всему, это секретный проект ЦРУ. Если это дерьмо тут было во время катастрофы, никто бы тут не прибирался. До Тейлора. Да. Думаю, кто-то хочет что-то спрятать. Следы ведут сюда. Что тут происходит, Кейн? Какого хрена? Чиста. Будь начеку. Неизвестно, что еще прячется в темноте. Что творится с этими роботами, Кейн? Не встречала робота, который так себя ведет. Они на это не запрограммированы. Что-то изменило их параметры. Расценивайте их как врагов. Взломай пульт. Если верить GPS, источник сигнала должен быть там. Вот же... Хендрикс, проверь другие консоли. Возможно, я смогу вытянуть что-то с дисков. Ага, Кейн. Ты в деле. Откуда это взялось? Испытания ПНИ на людях в то время не проводились. Официально точно. Не думаю, что это добровольцы. Они подключены к центральному серверу. Дзяйсюн? Разве он не был примером для нас всех? Бессмыслица какая-то. Если он мертв, тогда почему мы находим толпы мертвых ЦРУшников, убитых в его стиле? Минутку, Кейн. ЦРУ посылает нас сюда. Цель неизвестна. И мы выходим на следы операции ЦРУ? Ха. Какой смысл? Хендрикс? Ты о чем? Пока не знаю.
просто будь настороже. Особенно рядом с Кейн. Ладно. Все в порядке, Хендрикс? Да, Кейн, мы в порядке. Окей. Вижу сетевую активность в серверной двумя этажами ниже. Эй! Вряд ли совпадение. Выдвигаемся. Впереди нет света. Включите электровидение. Понял. Датчики показывают радиацию. Двигайтесь медленно. Она может вызвать сбои оптики основных систем. Давай помоги. Может быть, откроем эту дверь. Ты открыл дверь, Хендрикс? Я этого не делал. У нас тут еще испытуемые. Кейн, оптика снова включилась. Поняла. Я получаю данные о массивном выбросе энергии впереди. Здесь много роботов, Кейн. Тише, не торопись. Кейн, я отделился от остальных. Похоже, серверная впереди. Убирайся оттуда! Там есть выход прямо впереди! Это место начинает походить на полигон для испытания оружия, а не на биолабораторию. Никто так и не смог определить, что за химикаты были выпущены во время катастрофы. Только мне кажется, что кто-то пытается что-то скрыть. В крови по локоть, нам ее не смыть. Вы меня знаете. Я прошу вас развернуться. Уходите. Кейн, у меня Диас пробивается по закрытому каналу. Тейлор прав. Мы должны показать миру правду. О, нет. Он подключен к серверам. Его ПНИ работает как канал для всех данных, которые там хранятся. Он управлял роботами, контролируя их коллективный разум. Он перегрузит свой мозг. Послушайте, мы должны остановить его. Мы должны прекратить это. Прямо сейчас он грузит все данные прямо на серверы наших врагов. Мы должны с этим разобраться. Диас, ты должен остановиться. Что бы ни случилось с тобой и другими, остановись! Я лучше умру за правду. Подключить его от сервера — это уничтожить реактор над ним. Кейн, я сейчас над серверной в командном центре. Подключись к основной системе. Если поддерживать прямую связь через твой ПНИ, я смогу определить уязвимость реактора. Как скажешь, дорогая. Есть. Цепь. Стержни охлаждения вокруг Диаза. Это откроет доступ к реактору. И когда он откроется, поднимайся и бросай гранату внутрь. Первая градирня на виду. Слушай только мой голос. Расслабь свой разум. Прицельный огонь! Разрушь
отпусти свои мысли. Пусть плохие воспоминания уйдут. Пусти свое сердце на бой. Нужно подобраться ближе. Нужно поместить взрывчатку прямо в отверстие. Давай, лезь на центральную градирню. Брось туда гранату. Открываю вторую градирню. Торопись, Кейт! Нас прессуют как кильку! Хорошо, что патруль есть. Какие-то... Вторая градирня открыта. Дальше потом стоп. Тебя как будто омывают нежные волны лазурного океана. Пусть они обволакивают тебя. Успокаивай. Надо вывести из строя этот сервер. Цельтесь в градирню. Вторая градирня готова. Реактор открыт. Представь, что ты в покое. Представь, что ты в безопасности. Представь себя в землю крысу. Успешная детонация! Кейт, подтверждаешь? Центральный реактор, 33%! Еще одна! Открываю третью градирню. Открывай. Что у меня там где? Эй, у меня тут под стенам ползут роботы! Они пытаются пробраться сюда, нужна помощь! Все, Кейт, поторопись! Они взрываются, чтобы открыть проход в командный центр! Градирня открыта. Ты чувствуешь, как они тают на твоей коже? Тебе не холодно? Вырубите третью градирню! Быстро! Хоть бы не одолеть тепло твоего плющего сердца! Слышишь? Слышишь? Слышишь, как оно замедляется? Хендрикс. Залезь на градирню и кинь гранату внутрь! Сейчас, блин.
Мы не можем потерять его, Хендрикс. Подключись и вытащи все данные, какие сможешь, из его ПНИ. Ты знаешь, это поджарит его мозг. Знаю. Ты не понимаешь. Это кто-то, кого я знаю. Кто-то, с кем я сражался. Он не может умереть так. Мне жаль. Так надо, Хендрикс. Я его вижу. Зимний лес. А, черт! Кейн, ты понимаешь? Что? Что ты видел, Хендрикс? Ты что-то понял? Хендрикс! Тейлор ищет двух выживших в катастрофе Единства. Он же покинул Сингапур. Как он раздобыл транспорт? Предав свою страну, заводишь новых друзей. Черт! Враг наступает сверху! Это бессмертные! Они там внизу? Те, кто убил моего брата? Да, да. Мои люди входят. Получили ли мы расположение убежищ ЦРУ? Да, госпожа. Затопите. Мои люди еще там. Взорвите сейчас же! Сейчас было. Кажется, новые друзья Тейла. Хендрикс, взрывы по всему сооружению. Вам нужно уходить немедленно. Слышишь ее? Сваливай нас. Смотритель показывает, что на поверхности солдаты 54 бессмертных. Они взрывают чертов здание, чтобы утопить вас. Пробегай, у нас мало времени. Этих выживших. Нам надо понять, кого именно ищет Тейлор. Скачет файл, который передал Хендрикс, должна найти через пару минут. Эй, надеюсь, у тебя есть план, потому что мы вот-вот в зоне. Хорошо, я проведу вас. Откройте эту дверь и затопите лабораторию. Чего? Ты с ума сошла? Нет, это может сработать. В ваших легких более чем достаточно воздуха, чтобы добраться до поверхности. Ладно, ладно. Но если не получится, я буду к тебе долго являться, Кейн. Черт, ее заклинило. Переключу систему управления. Прикрой. Еще пару секунд. Так, здесь как бы без вариантов. Я узнала, кто выжил в катастрофе. Это Себастьян Крюгер и доктор Юсеф Салим. Как помню. У нас сейчас проблемы посерьезнее. Достаточно воздуха, чтобы добраться до поверхности. Ладно, ладно. Но если не получится, я буду к тебе долго являться, Кейн. Черт, ее заклинило. Переключу систему управления. Прикрой. Еще пару секунд.
Норде. Это Себастьян Крюгер и доктор Савсалин. Как помните, у нас проблемы посерьезнее. Что за болезнь-то? Блин, пойду. Чего? Ты с ума сошла? Нет, это может сработать. В ваших легких более чем достаточно воздуха, чтобы добраться до поверхности. Ладно, ладно. Но если не получится, я буду к тебе долго являться, Фей. Черт, ее заклинило. Переключу систему управления. Прикрой. Еще пару секунд. Серьезнее. Помоги мне! Давай, надо сваливать! Наконец-то. Заплыл. Вынесите дверь. Давление воды вытолкнет вас к шахте. За мной. Как только я выбью дверь, давление выдернет нас отсюда. Выжил. Ты как? В норме. Кейн? Хренотень. Кейн? Хреново. Диас выдал информацию обо всех убежищах ЦРУ в мире, включая и это. Смотритель подтверждает. Бессмертные на пути сюда. Нам их не остановить. Вон из Сингапура.
Держись, Кейн! Мы идем за тобой!